Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, написанное в 2008 году. Оно называется «Спят и мудрость, и память, ладошки не спят». Спят и мудрость, и память, ладошки не спят, как сердечко сложились они. Кто разбудит в душе твоей брошенный сад, что вселенной огромной сродни? Хоть порой раздражает неистовый плач одиночество тесной груди, подари ему сердце и солнечный мяч, покажи мудрый путь впереди. Не смягчится от зова и плача его планов всяких и дел суета, не дадут твои мысли ему ничего, лишь глубокой души доброта. Он в ладошках хранит тихо сердце любви, показав его нам невзначай. Кто же скажет ему: человек, оживи, шанс познать себя не упускай. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Спят и мудрость, и память, ладошки не спят.